Здесь, на морском дне, каждая упавшая глыба превращается в миниатюрную экосистему. Дом для колоний водорослей, анемонов и икры Маракотты. Преданные папаши Маракотты продолжают свое дежурство. Тогда как свободное дежурство Маракотты могут искать пищу, отцы при гнездах вынуждены хватать любой планктонный мусор, проплывающий мимо. Он обязан содержать нерестовую площадку в чистоте и никогда не покидать свой пост, так как пожирание икры в порядке вещей. Чем агрессивнее самец защищает свой пятачок, тем активнее его наследники готовятся к выходу из икры. Когда вокруг целая куча голодных соседей, что может сделать одна рыбка? Всего секунда. И пока он прогоняет одного агрессора, другой подкрадывается и наносит ущерб. Других тоже осеняет эта идея. Самка губана набросилась на икру. К ней присоединяется остальное гарем. Через секунду здесь уже обжираловка. И большинство из преступников — другие маракотты. Там же и самец губана. И два. Обычно они вегетарианцы и черных ангела. Тоже часть этого сборища хищников. Где-то здесь отец всей этой исчезающей икры, беспомощно пытающийся отогнать толпу. Это бесполезное занятие. После стольких трудов, расчистка площадки, привлечение подруги, охраны, вентиляции икры и все время, проведенное без пищи, ничего не поделаешь. Придется начать все сначала.